красочное цирковое шоу с клоунами, сказочными персонажами, акробатами и дрессированными питомцами увидели алматинцы. Традиционная новогодняя елка акима города собрала 1700 детишек из разных школ и интернатов. Но сказку еще предстояло спасти. Чары злой колдуньи спали только после отважных действий детишек и Супермена. Они сообща разгадали судоку и оживили праздник. Ну, так было интересно. Как медведи выходили, щенки, собаки, все остальное, коты. Было сегодня прикольно. Я не прям так давно была в цирке, но сегодня было очень красочно, ярко. Такие прям запоминающие моменты. И я бы хотела увидеть такое еще раз. Мне очень понравилось. Конкретно понравились персонажи. Это Дед Мороз понравился. Потом понравился персонаж, когда девушки летали, маленькие девочки. И акробаты.